Ну, в общем, родился я в Оренбургской области, в Первомайском районе. Поселок там был такой, Яганово. Учился, закончил среднюю школу. Вот, и потом ушел в армию. В общем, оттуда по комсомольской путевке прибыл в Западную Сибирь на нефтяное месторождение. Нас сразу здесь уже встретили, куратор. И как бы привез сразу на предприятие и устроил. Как приняли на работу, и почти в ШБК отправили всех обучаться. Также работал старшим инженером. В общем, там я отработал почти 28 лет. Стал ветераном России, получил медали за освоение Западной Сибири, за доблестный труд. После того, как расформировалось это предприятие, перешел я на ГПЗ, Нижневартовское ГПЗ. И начали как бы стройку, мы вместе ее строили, как бы всю эту, запускали ее. Не так, как пришел на готовый и работаешь сразу. А тут пришлось как бы сам построить, как бы вместе со строителями и запустить. После этого как бы много долго пускали, там все тоже было трудно. В то время обучался, у нас был принят механик, он как бы турбинист был. И вот он как бы нас ввел в курс дела, потом нас послали в Пытьяхов, в командировку. Мы там уже на работающей турбине посмотрели, как она работает. Там мы запустили ее первую. Здесь уже модернизировали ее более-менее. Уже здесь установили дополнительное оборудование, где слабые места учли. И здесь как бы запустили уже с этим учетом. Пришел на смену, принял смену, прочитал журнал, записал замечания. В общем, доложил начальнику. Обошел трубопроводы, все. Все обошел, марш-зал. Ну, полностью как бы, здесь согласно инструкции. Есть на каждой инструкции. Если будешь по инструкции действовать, будет все легче. И как бы выполняя инструкции. Коллектив у нас, как бы сработала смена у нас. С любым человеком можно как бы и помочь у нас, или на любой станции. И как бы наша смена, как бы вот только в том квартале мы первое место заняли, как бы по предприятию были награждены. Команда у нас есть, да. Сплоченные, да, и все и профессионалы в каждом своем. Работать легко со своей командой. И когда понимаем мы, когда понимаем начальство, нас, и мы их понимаем, это еще легче. У меня две дочери родились, вот, и сейчас старшие внучки уже мне 13 лет. Внук есть и еще, значит. Я даже одевался в сибурскую форму, ходил в школу, она мне говорила, надо прийти. В общем, приходил я туда, я тоже рассказывал про работу. В свободное время у меня, конечно, внук сейчас. Мы обычно выходим гулять, вот, прохожим по озеру, вот, и спортивные мероприятия посещаем. Я горжусь, что я отработал 40 лет машинистом. Хорошие были наставники, хорошие, в общем, были люди попадались, вот, и сейчас хорошо. Поэтому как бы было легче осваивать и познавать все это. Работа интересна, да, и еще она сейчас становится сложнее с каждым годом, сложнее. Вводятся всякие нормативы, вводятся, вот, познаешь, да, новые, вот, и как бы стараешься не отставать. И как бы шагать со всеми вместе. Пользуясь случаем, хочу поздравить компанию «Сибур» с наступающим Новым годом. Пожелать в следующем году безаварийной, безопасной работы. Всем здоровья, успехов в личной жизни и семье.